подписчикам привет. Сегодня будем строить теплицу Легенда 2,5×3, небольшая, компактная. Одна стеклянная теплица уже здесь стоит, наша 2,5×3 сегодняшняя тоже будет из стекла и металла. Пока приехали, разгрузились и приступаем к сборке. Теплица у нас готов, закрепили к основанию, все выровняли, обшили стены стеклом. Сейчас доготовим крышу, начнем крыть крышу, останется сделать торцы. Завершился у нас монтаж. Напоминаю, строили сегодня теплицу Легенда 2,5×3 под стекло. Идем смотреть. У нас алюминиевая дверь правая с одного торца. Дальний торец глухой. Имеет форточный блок на термоприводах. Есть диагональные усилители, каркас теплицы сделан с профильной трубы 40×40, покраска полимерно-порошковым способом, цвет шоколад. Стоит на бетонном основании, закреплено с помощью анкеров. Стекло 4 мм держится с помощью профиля, система, база, крышка. Вот такая отличная легенда 2,5×3, рядышком с легендой 3×6. 3×6 поставили в том году, все отлично, все супер, все радует клиента. Вот такие две отличные легенды у нас получились на одном участке. А у меня на этом все. Ставьте пальцы вверх, задавайте вопросы. Всем пока.